сейчас делаем упор на обучение и на эффективность, и на бережливое производство, бережливое строительство в нашем случае. И занимаемся этим вопросом не только со своими инженерами, а с нашими подрядчиками, потому что львиная доля работы выполняется нашими партнерами, подрядчиками. И в этой ситуации мы нашли рецепт своего рода. То есть мы сначала сами съездили в Японию, посетили. Это не означает то, что мы не знали эти вещи. Мы знали эти вещи, но мы поехали уже не за прикладными вещами, поехали за философией. Для нас очень важно, чтобы практически все, кто работает на объектах, воочию убедились, что можно экономить массу времени и средств, выполняя одну и ту же работу. То есть если мы здесь считаем дни, то есть сутки, часы, то в Японии считают секунды. И благодаря этому продвигаются намного прогрессивнее и быстрее.